Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, проект Faberlic Online, и это мой огромный обзор. Сейчас начнем потихонечку снимать. Первое, что пришло, это такой вот тазик пришел, как вы видите. Такой вот он большой, артикул 118.66, заказываю уже третий раз его. К объему у него 10 литров, такой вот красавчик, да, 10-литровый. Размер 41,5 на 37,5, материал ТПР, пластик, полипропилен. Очень классный тазик, очень люблю его. И у меня таких тазиков много-много позаказывали, а еще к моему тазику уже несколько лет. Их удобно хранить. Кстати, очень классно и удобно хранить, здорово. Так, а тут что, дырка что ли? А нет, показалось, что дырка. И чем они удобны? Тем, что их можно сложить. Да, он еще новенький. Вы его складываете и никаких проблем. Можно его куда-нибудь повесить, поставить, положить. То есть он занимает мало места. Далее, что я взяла, это вот такую красоту. Это ведро складное. Вот такое вот удобненькое складное ведро. Объем 10 литров, размер 31,5 на 25,5. Тоже таким же образом, если оно не нужно. Да, то есть вот, пожалуйста, вам пол ведра. Вот вам целое ведро. То есть таким вот образом. И получается такая вот красота. Я прям кайфую с таких ведер. Мне очень нравится. Так, я надеюсь, что все хорошо. Все великолепно. Ручка пластмассовая, все пластмассовое. Да, такая вот красотища. Так, далее, конечно же, я на массаж заказала тоже еще один такой вот валик, потому что тот уже за пару лет себя изжил, стал слишком мягкий. Этот более упругий, более твердый, с артикулом 118.74. На нем вообще можно просто лежать. Но я его использую на массаж, под ноги и так далее. То есть такая вот красота. Он еще идет с такими пупырками, типа массажек. Так, далее, это у нас тряпочка. Понятно, что эта тряпочка идет для уборочки. Тоже такая вот хорошенькая. Салфетка для удаления пыли. Влажным или сухим способом ей можно пользоваться. Со временем все истирывается. Еще, значит, тут еще одно такое же ведро. И такое же точь-точь маленькое ведерко на 5 литров. Ведро складное. Это я заказала уже своим родителям. Они там все собирают. Им удобно маленькие 5-литровые ведра. Поэтому с превеликим удовольствием им такие вот заказала. У меня они есть. Вот, видите, какое хорошенькое. То есть они у меня есть уже. Это именно моим родителям. Они такие просили. Я у папы 10 сентября день рождения. А я к ним все равно поеду. И таким образом вот отдам такую красоту. Первая коробочка у меня все. Пойдемте с вами во вторую коробочку. Значит, тут у меня шейкер. Один шейкер мы забыли в дороге. Где-то в отеле, наверное, поставили около мойки помыть. Ушли, забыли. В общем, у нас остался один шейкер на двоих. Нам неудобно. Поэтому я один шейкер заказала. Да, то есть вот он обычный, точно такой же. А второй шейкер взяла в запасники. На всякий случай, потому что мы очень любим куда-то ездить, на какие-то фотосессии ходить. И, конечно, вместо вредных, там, не знаю, сосисок в тесте или еще чего-то, я лучше выпью коктейль с артикулом 119.68. Такие вот классные шейкерочки. Далее, конечно же, я набрала губок. Эти губки, конечно же, износостойкие. Я набрала губок маме, свекрови, себе, всем. В общем-то, да, вот такая вот красота. Поэтому их очень много. Так, размер 13×3×9. Одна сторона у них очень жесткая, но не портит поверхность. То есть жесткая не до такой степени, чтобы поверхность испортить. Артикул 910.075. То есть вот одна мягонькая, а вторая такая вот, да, слышите, жесткая. Они очень классные, ими очень удобно мыть посуду, все отскребать и так далее. Дальше более мощная губка с металлизированной нитью уже идет для уборки. Она очень такая уже грубая. Да, даже если долго ширкать, можно дырку в руке проширкать. Артикул 910.434, 9×9,5. Ну, внутри, наверное, тоже губка какая-то, да. То есть вот такая вот она прям грубая, сильно грубая. Да, видите? Вот, там идут металлизированные нити. Это повтор тряпочки. Так, далее вот такие еще взяла.
оттирать. Ну, это классика, они везде продаются. И также есть у нас компания Faberlic 115-73. Когда хочется генеральную, иногда они нужны на генеральную уборку. Так, взяла правильную приправу средиземноморские травы с артикулом 161-36. Очень нравится, давным-давно уже ее заказываю. Одна из самых моих любимейших приправ. Очень удобненькая, хорошенькая. Ну, тут надо ее сначала открыть. Тут мембранка. Вот такая вот приправушка. Она идет с солью, конечно же. И вот тут такая вот красотища. Да, тут можно, вот видите, да, тут можно чуть-чуть, тут можно побольше. Так, это мы еще вот эту белую штучку, да, не убрали. Ее нужно убрать. Но я пока убирать не буду, а то кину, вдруг откроется, рассыплется. Да, такой вот у нее состав классный, изготовитель. В России, да, то есть и состав тут базилик, розмарин, орегано, тимьян, чабрец, майоран и так далее. Это все, скорее всего, уже уйдет. Дальше маска для волос, моя любимейшая маска, самая-самая, она у меня закончилась, остальные есть, поэтому с артикулом 18.90 я заказала себе 3 штуки. Если Катерина Андреевна ручки к ней не протянет, то мне ее хватит теперь на очень долго, да, потому что нарощенные волосы сняты, хватит на очень долго. Очень классная маска, волосы после нее довольно-таки приятные, очень даже приятные. Так, далее кофе «Добрый день» с артикулом 16049. Люблю именно его, потому что он идет растворимый, сублимированный, с добавлением кофе натурального жареного молотого. И получается тут такая красота, что его завариваете, и он практически как натуральный. Да? Сначала кипяточку налили, а потом разбавили холодной водичкой, или сливки добавили, да, там молочко, что хочется. Так, это повтор, это все кофе. Дальше свечки. Заказала их на подарок, но одну решила оставить себе. У меня их совсем, оказывается, нету. Это классные успокоительные свечи с мелатонином с артикулом 10054. Они очень красивые. Идут в такой вот штучке, стеклянной баночке. То есть вы поджигаете, во-первых, такой интимный свет. Во-вторых, очень яркий аромат вот этого мелатонина, который приносит умиротворение в дом. И в-третьих, тут очень чистый состав, да, парфюм, воск, ароматизатор и хлопок. Ну, сам фитиль, я так понимаю, хлопок. В общем, вот такая красота и на подарок, и для себя в дом. Очень красиво, классно заказать. Вот, как видите, 5 штучек. Так, далее пена для ванны, меняющая цвет с артикулом 2812. Это уже классика, да. Вначале она вот такого цвета и превращается в такой голубовато-зеленоватый. То есть такие хорошенькие-хорошенькие оттеночки. Ну вот и все. Вторая коробка ушла. Далее коврик в ванную решила обновить. Тут заказала на Яндекс.Маркете. Они нифига не отстирываются, ничего не впитывают в себя. В общем, что-то мне не понравилось качество. Вот этот наш коврик от компании Faberlic куда лучше и куда круче. Итак, значит, артикул 910-272, коврик для ванной, цвет кремовый. Но я бы сказала, что он не просто кремовый, он розово такой кремовый. Он, камера не врет. Розово-кремовый такой, симпатичный. Так, тут огромный чек, да. Я его вам сейчас быстренько вот так вот покажу. Потому что спрашивают, вот на тазы тут, видите, ценники на все. То есть очень большой чек. Бесконечный просто, да. То есть, но раз люди просят, пожалуйста, мне нисколько не жалко. Вот такой вот чек, 72 тысячи под расчет. Вот. Далее, значит, это у нас идет бальзам-растирка с пчелиным ядом. Очень важная вещь. Собираюсь к папе с мамой, поэтому заказала и себе, и ему. 12,80 артикул. Вот это все получается пчелиный яд. Я им беру сразу по многу. Также универсальный крем с аргинином. Тоже очень хорошо помогает и коленям, и так далее. 12,79. Им я еще взяла в прошлом обзоре Signum One. Вот, поэтому много-много. Значит, это пчелиный яд. Ну, у меня папе 86 лет, маме. Ой, папе 87, маме 80. Ой, 77. Папе 7, маме 76, заговариваясь, да, то есть им надо этого, конечно же, много. Оно от всего, то есть от мышечных болей, от перенапряжения, там ударились помазать, тоже все здорово.
Далее взяла такие вот капсулы концентрированные, средства от накипи для чайников и кофемашин. Очень хорошо работает. Способ применения очень простой. И я даже удивилась, до какой степени простой. Налили, вскипятили, у вас идеально чистый чайник. Тут на 4 применения. Стоят они довольно-таки недорого. Артикул 3259. И у нас даже был случай, я так запаниковала, кто-то почистил чайник и забыл. Да, то есть забыл, вы представляете? И кто-то себе кофе налил, начал пить, у них все свернулось, мы понять не можем, что за фигня. Прошу прощения за сленг, и вы представляете, ничего не случилось. Я звоню врачу, говорю, я человека отравила, что делать? Она говорит, как так случилось? Я говорю, вот так и так. Она говорит, о, ничего не будет. Да, то есть просто дайте энтеросгель. Я говорю, ну окей, хорошо. Вот, и так и ничего не произошло. Да, то есть вот такая вот кучка мала. Дальше парочку гелей для душа Антону. Это шампунь и гель для душа 8421 артикул. С очень ярким морским, нежным таким ароматом озоновым. Но Антон его использует не как шампунь, а как гель для душа. Шампунь он использует отдельно. Да, то есть вот их тут два. Дальше малофтилен, артикул 709-12, что-то я посмотрела, заканчивается. Так, салфеточки от пятен обязательно, 30-552. У меня их очень много заказывают, очень много покупают и очень много я их расходую. Сейчас тем более дождь, ветер, жара. И так получается, что очень часто приходится ребенку что-то замывать, затирать прямо на улице, да, то есть где-то лужа, где-то что. Дальше паста для чистки металлических поверхностей, очень ее люблю, 30058. Вот, мы много никогда не заказываем, я всегда беру 5 штук, а этих 5 штук я не знаю, насколько мне хватает, но очень долго. Любимый гель для душа моей дочери Ферики Сенсуэль, 8120, старшая его очень-очень любит, обожает, поэтому вот специально для Катюшки. Я заказала нежный, пудровый, яркий такой классный аромат. Я прям с него очень даже и кайфую. Так, дальше чай. Зеленый чай. Это идет натуральное, 100% натуральное эфирное масло. Именно чистого чайного дерева с артикулом 1344. Куда его можно использовать? В увлажнитель, в аромадиффузор, в косметику, втирать волосы, в шампунь. То есть, да, то есть куда хочется его можно наносить. 2-3 капельки. Так, дальше эвкалипт. Тоже чистый эвкалипт. Тоже 100% натуральный. Артикул 1346. Тоже от угревой сыпи он помогает. Если его вдыхать, то атмосферу ясности вносит, настраивает на рабочий лад и так далее. То есть очень хорошее средство. Далее лимончик обязательно заказала. Тоже в чистом виде, моноаромат лимоновый, 1340 артикул. Что он делает? Это, во-первых, сильный антиоксидант, он обладает омолаживающим действием. И свежий цитрусовый аромат поднимает настроение, создает атмосферу, в которой хочется работать и творить. Воодушевляет, называется воодушевляет. Так, ну и дальше тут идет повтор. А, Siberian Fir и Sex. Значит, пихта сибирская, это идет 100% натуральное эфирное масло с артикулом 1345. Оно идет для людей, у кого жирная кожа, очень хорошо помогает. Дальше расслабляющий массаж. Для массажа хорошо можно, да, в масло для массажа капнуть. Также после прогулки по хвойному лесу, вот прям очень хорошо. То есть, если у меня, например, дочка заболела, еще что-то, я могу несколько различных видов масла накапать ей. Она будет их слушать, да, ее носик, и она будет быстрее поправляться. Так, дальше лаванда обязательно. Это успокоительное, заботится о раздраженной коже. Да, также это идет релаксант и так далее. То есть очень полезное такое маслице в доме. Артикул 1341. Ну и масло секси. Тоже очень классное масло. Тут идет суперский состав. Сладкий апельсин, иланг-иланг, камерис, марокканская роза, жасмин. С него становится веселей. Реально веселей. 1357. Так, далее сакура матча те антистресс. Это у нас с вами идет единственное, что я смогла купить. Немножечко расстроилась, потому что аромадиффузоры, что-то мои любимые, куда-то делись. Я их столько много покупала, и чего-то вот их нет. Артикул 10057. Очень они мне нравились, не знаю, куда делись. Так, это лопатка. Наверное, вот от этого средства вкладывается в каждый заказ. От нее можно отказаться, если она не нужна. Дальше. Очень все-таки мне зашло вот это вот гидрофильное масло для очищения кожи лица. Пользуюсь им не каждый день, но лицо действительно стало чище.
действительно стало чище и лучше. Я это подтверждаю, хотя вначале я его не поняла и даже половину выкинула. Вот беру свои слова назад. Безумно понравилось. Действительно клевое и действительно очень даже классное. Прям супер. Мне очень понравилось. Две штучки в этот раз. Все по одной брала. Сейчас две штучки взяла. Так, это Mono & Flo, денежный аромат. Очень много кто смазывает им кошельки, деньги. Просто денежный аромат в доме должен быть, если вы хотите в дом денег, да. То есть ведро полы моете, пожалуйста, капнули. Тут много что можно. В составе эфирные масла, которые ценятся дороже золота. Драгоценный аромат окутывает аурой роскоши, наполняет уверенностью в собственных силах и настраивая на удачу и успех. Что у нас идет в составе? Это бергамот, сладкий апельсин, лаванда, америс, ветивер, шалфей мускатный, роза и ладан. Очень вкусное, классное сочетание. Действительно приятно, тоже настроение повышает. Далее, это по, вот не знаю, то ли по драйву, то ли по випу. То ли что, все, я уже запуталась. Столько акций в компании, просто уже запуталась. Честное слово, не помню, что заказала, но помню, что все три по акции. Значит, это гидрогелевая патча для кожи вокруг глаз. Вот эти маленькие, но очень хорошо разглаживают морщинки, прям идеально. Эти как-то вот увлажняют, хорошо тоже разглаживают лапки. А эти хорошо борются с синячками и тоже лапки разглаживают, но вот эти лучше разглаживают. Вот, ну, чисто мое мнение. Значит, это гидрогелевые патчи Айсеол, розовые такие, гламурные, 0,9-16. Эти прозрачные, тоненькие патчи 0,9-48 просто очень круто разглаживают морщины. Я прям в шоке была, честно сказать. И вот этот красавчик с артикулом 0,9-46 идет такого темно-болотного цвета и тоже очень хорошо справляется со всеми видимыми признаками старения, там, покраснения и так далее. Ну что ж, мои дорогие, я думаю, хватит. Да, 4 коробочки позади. С вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной.